Около 400 человек уже в больнице. Теперь задача, чтобы число заболевших не увеличилось. Вакцину от брюшного тифа и гепатита А доставили в Махачкалу спецбортом МЧС. Ее доставили по просьбе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. В Республике Дагестан сейчас резкая вспышка заболеваемости. И людей, которые страдают отравлением, сейчас почти 1500. Они госпитализированы с острой кишечной инфекцией. В больницах остаются почти 300 человек. За один год. Причиной массовой вспышки заболеваний стала инфицированная питьевая вода. По одной из версий, она не была достаточно хлорирована. Поэтому сейчас там ведется расследование по этому делу. Арестован даже руководитель Махачкала-водоканал. Заразиться брюшным тифом можно через воду, пищу, грязные руки. В мире ежегодно регистрируют 20 миллионов случаев, и 800 тысяч из них, к сожалению, не выживают. А вспышки этого заболевания в мире чаще всего замечают в регионах, где есть проблемы с питьевой водой, в том числе в Африке. И тем, кто не сделал прививки, отправляясь в путешествие, грозит заражение. Не исключение и русские туристы.